Ты меня узнал? Узнал? Не узнал? Узнаешь меня или нет? Ты меня, наверное, вообще первый раз видишь, да? И даже не представляешь, кто я такой. Эдисон! Дружбан! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и Майнкрафт вообще сошел с ума и вообще вышел за пределы понимания. Угадай ютубера по голосу, угадай ютубера там уже чуть ли не по девушке, угадай ютубера по фото, угадай ютубера по лицу, угадай ютубера по маминой маме, угадай ютубера по левому мизинцу на правой ноге. Это как? Но в этой серии все вышло еще на более высокий уровень. Угадай ютубера по рубрике и по превьюшке в Майнкрафте. Я бы сказал, какая это серия по счету, если бы знал. Вот, поэтому спрошу вас, какая же эта серия по счету, потому что мне даже интересно. Кому не лень, зайдите, посмотрите, посчитайте, напишите в комментах. Мне кажется, где-то 5-я, 6-я. И, как обычно, котика за коки мы с вами тянуть не будем, поэтому приступаем сразу же. А у тебя, ну, я даже не знаю, просить лайк, не просить. Поставишь лайк, если ты все же хочешь продолжения. Но обязательно подпишись на канал, если не хочешь пропускать мои новые ролики. И напиши в комментах, хочешь ли ты видеть продолжение и хочешь ли ты видеть новые карты на моем канале. Играть. Хорошо, эта кнопка работает. И эта кнопка работает. Это не работает. Это работает. Там дырка в небе. Автор! Извините, я немножко соседям стену проломил. Ну, как. Я здесь ни при чем. Первый раунд. Так. Превьюшка немножко размылена. И здесь по центру находится блок, который очень сильно мешает вообще что-либо разглядеть, что здесь происходит на этой картинке. Но я знаю, что это Аид, я знаю, что это Демастер, и здесь, скорее всего, написано бомж. Поэтому это рубрика или Аида, или Демастера. Учитывая то, что здесь, знаете, здесь просто реально нужно какой-то режим прям Шерлока включить. Демастер лежит! Он думает про Аида. Какой Аид, наверное, хороший человек. Это рубрика Демастера. Это видос Демастера. Угадал, хорошо. Первый уровень я прошел, я не знаю, сколько здесь уровней вообще. Но деревня, а здесь у нас размыто и нифигашеньки непонятно. Но я знаю то, что деревню записывает Held, вроде как. Здесь у нас L играет, здесь... Подождите, я только сейчас заметил то, что там было написано Эдисон. Сам ты Эдисон. Я не Эдисон. Знаете, у меня иногда бывают такие мысли, чтобы прям неожиданно так понос застал того человека, который меня называет не Эдисоном, а Эдисоном. Но это так, это просто мои мысли, поэтому это у нас Held. Угадал! Так, хорошо, здесь у нас тоже ничего сложного, здесь у нас Тиросер. Это вроде Тиросера рук. Да, хорошо. Я могу ошибаться, но я где-то там вообще в параллельном мире видел то, что у чувака, у которого какие-то блондинистые волосы, того вроде зовут Микс. Я не уверен, но я хочу надеяться, что это правильно. Да! Так, какой это уровень уже по счету? Это вроде 5-й уровень. Я знаю то, что в синий скин у нас вроде у Агеры, если я не ошибаюсь, это точно не Тиросер, Мишка, ну вроде на Мишу Косолапова он вряд ли смахивает, поэтому это Агера. А вот это, я не знаю, это или Аид, или Пози. Мне почему-то кажется, это Аид. Потому что типа Аидка... Аид преследует Пози, Пози убегает от Аида. Аид здесь самый главный получается, и только Аид на своих превьюшках пишет желтыми буквами. Ну, точнее, Пози не пишет, поэтому это Аид. Это Аид. Да черт его знает, кто это такой. Какие у нас варианты? Агера. Агера уже был, поэтому Агеру мы, скорее всего, можем вычеркнуть. У нас вариант или Зога, или Фэр. Мне кажется, тут даже Шерлока не нужно включать. Мне почему-то кажется, что это не стиль превьюшки Зоги. И не Агеры. Агера тем более уже был. Поэтому это Фэр. Пожалуйста, пощадите меня, пожалуйста, только не убивайте. В этот раз пронесло. Так, Агера был. Мишку вроде там когда-то задавали. Но Мишка не был как победитель этого уровня. Мне почему-то кажется, что это Тумка. Я могу бы... А хотя не... Детектив! Мишка.
У него на футболке мишка, и у него шлем мишки. Но мне кажется, здесь нужно быть прям тупым имбецилом, чтобы не догадаться, то, что это мишка. Это 100% не Тумка. Фух, я уже на секунду подумал, то, что я сейчас стану тупым имбецилом, но нет! Я правильно допер. Так, подождите. Аид вроде был, значит, по идее это должен быть Поззи. Если Аида уже загадывали, Аид уже выиграл, поэтому это Поззи. Слушайте, меня пока что проносит, я угадываю прям сразу же все, что только можно. А вот здесь жизнь животных. Катанский. Ребят, мне почему-то кажется, что автор карты забыл сюда впихнуть чьё-то имя. Или... Да, короче, давайте сделаем так. Или Катанский, или Эдисон, или Спитснейл. Но я вроде не снимаю жизнь животных, поэтому это точно не я. Катанский. Да фиг его ставит. Подождите. По рубрике. Я видел когда-то то, что Спитснейл выпускал такую рубрику, как «Жизнь животных». После этого все начали копировать у него вот эту рубрику. Поэтому мне почему-то кажется, то, что эта превьюшка именно его. Пожалуйста, Спитснейл, будь мне другом. Мы с тобой как бы не дружим, но все же. Пожалуйста. То я сейчас 10 уровней подряд прохожу, а сейчас мне кажется, то, что я 10 уровней прям сразу же зафейлю все подряд. Что лучше? Кровать справа, это вроде сервер Hypixel, вот значок. Или кровать слева, это я не имею представления, что такое. Микс, Раннихеро и Валрус. Это вроде не Валрус, это или Микс, или Раннихеро. Ранний, ну знаете, с утра, вот проснулся, типа ранний. Раннихеро. Херо это или герой, или хер. Утренний хер, если на русский переводить. Это утренний хер. Это не утренний хер. Это микс был. Подождите, куда вы меня тыпнули? Так, здесь у нас невидимый блок. Автор карты! Ты случайно, ничего в этой жизни не напутал. Мне кажется, это угадай ютубера, а не пройди дебильный паркур. Так, подождите. Хорошо. То есть, допустим, я сейчас прохожу паркур. Допустим. Но зачем? Да, это микс. Это, наверное, Валрус. Все верно. С первой попытки просто угадал. Так, ну, слушайте, свою превьюшку, мне кажется, очень просто угадать. Поэтому, ну, возможно, это превьюшка на канале Кати. А у Кати нет канала. Логично, поэтому это моя превьюшка. Сумасшедший дурдом, это моя превьюшка. Это точно не твоя превьюшка. И это точно не твоя превьюшка. Это моя превьюшка. Моя. Автор карты, ты ничего не попутал. Это была моя превьюшка. Соседи, извините, пожалуйста, второй раз вам стену ломаю. Это моя превьюшка. Здесь... Это Зога! Я знаю то, что это скин Зоги, поэтому это Зога. Зога? Это ты? Да, это Зога. Так, хорошо. Здесь тоже, в принципе... Я надеюсь, у кого-то завтра будет понос. Если я еще раз увижу, что кто-то где-то написал Едисон... Это у нас Мистик. Это у нас точно не Аид. И точно... Это, возможно, или Фюшка, или Чаппи. Почему-то, мне кажется, это Фюшка. Что я тогда и говорил? 10 раз подряд выигрываю каждую комнату, а сейчас 10 раз подряд проигрываю. Это Чаппи.
Это фейс. А, ты смотри, как ты этот блок поставил. Как будто я здесь не увижу то, что у нас здесь Виктория Крекер находится. Викушечка. Привет, Осик, Викушечка. Я сказал, здесь Ви... Это точно Вика. Автор карты. Понос ты уже заработал. И соседи, я должен вам уже третью стену. Так. Мне 19 лет... О, кстати, так я могу так в блок зайти и посмотреть, что здесь находится. Хорошо. Это вроде не кот, это вроде не мини-котик. Это, мне кажется, Фьюшка. Пожалуйста, Фьюшка. Ты хороший человек, будь Фьюшкой. Это был Фьюшка. Это точно не Дилерон, это точно не Мишка. Мишка уже был... Хотя... Ну, мне кажется, это... Подождите, Мишка же уже был. У Мишки на голове шапка Мишки. Это Слай. Ну, к такому меня жизнь не готовила. Я не понял. Это было наказание? Хорошо, допустим, это не Слай. Допустим, это Мишка. Так подождите, так кто это был-то в итоге? Я выбираю Мишку. Меня ты пэхает на паркур. Я выбираю Слая, меня ты пэхает вообще к чертовой бабушке за карту. Значит, это Дилерон. И здесь меня опять ты пэхает на паркур. Слай? А, так это... У меня два предположения. Или я что-то в этой жизни неправильно делаю, или это все же конец карты. А... Ну, значит, это конец карты. Значит, мы все с вами прошли. Какие у меня впечатления после прохождения этой карты, чтобы у автора этой карты был небольшой понос? Ну, совсем небольшой, потому что я не Едисон. И у тебя несколько уровней не работало. Даже на начале кнопка «Играть» не работала почему-то. Я стену ломал соседям. Короче, ребятушечки, ставь лайк! Вот ты на меня смотришь мне прямо в два глаза. Вот смотришь, поставь лайкусик, пожалуйста, на эту серию, если ты хочешь видеть продолжение. Не только этой рубрики, а в принципе, если ты хочешь видеть больше прохождений карт на моем канале, я обещаю то, что я буду их делать. Подписывайся на мой канал, чтобы больше никогда не пропускать мои ролики, и никогда в жизни не называй меня Едисоном, потому что если ты так меня назовешь, значит завтра у тебя будет понос. Вспомнишь потом мои слова. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи! И всем пока, Едисон. Как бомбит-то лютая, дико просто. Тревожно на душе, тревожно. Сейчас Едисон, а завтра Педисон. Только попробуй.